camera. Ready? Я ж говорю. Can I say something before I answer your questions? Yeah. Я хотел бы кое-что сказать перед ответом на ваш вопрос. Okay. I want to talk about the most fragile image ever. Я бы хотел поговорить о неком таком образом, самом хрупком, который вообще может существовать. About the easiest image to defeat. Это такой образ, который легче всего защищать. About the most unreal, illusory image ever. О образе, который на самом деле самый иллюзорный. The guru. Это образ гуру. That's the most fragile. Он самый хрупкий. And that is the one that can hurt you the most. И вместе с тем это образ, который может причинить тебе больше всего боли, больше всего вреда. Not your father, not your mother, not your children, not even God, but your teacher. То есть даже твои родители, даже твои дети, даже твой Бог, никто из них не может настолько сделать тебе больно, как твой гуру, образ твоего гуру. There is no teacher. Учителя нет. So simple. Вот так просто. There is no teacher. Нет учителя. I mean as a person. Я имею в виду как некой личности. You cannot figure out an awakened person because of his or her behavior. По поведению просветленного или просветленной невозможно понять, невозможно постичь, что, о чем они, что они имеют в виду. It's impossible. Это вообще невозможно понять таких людей. You cannot understand somebody that is awakened. То есть ты не можешь понять кого-то, кто просветлен. When the awakened one cannot even understand him or herself. Потому что просветленный не может понять даже сам себя. The only difference is that the awakened man, awakened one, couldn't care less. И это то есть единственная разница между вами, то есть просветленный сам себя не понимает, и вы не можете понять просветленного. Но единственная разница, что просветленному нет никакого дела, что он не понимает сам себя. And the non-awakened one has a big time issue with it. И непросветленный человек, у него как раз возникают огромные проблемы и недопонимание. Почему же он не понимает этого просветленного? Another big trap. Еще одна огромная ловушка. Is to follow the patterns of behavior of an awakened person, whatever that means. I'm just using words for you to explain. I have to use words to point to something. But there is no awakened person either. But I guess you know what I'm trying to say. Еще одна огромная ловушка – это повторять или копировать привычки или образ поведения какого-то просветленного человека. Because then you may see him or her behaving in the most unexpected way. Дело в том, что иногда вы можете наблюдать, как просветленный или просветленная ведут себя совершенно неожиданным образом. And of course you want to be awakened, and then you want to be like an awakened being, and then you start copying and behaving like an awakened being, and then you take his or her behavior as kind of a permission to do what he or she does. Когда ты хочешь стать просветленным, конечно же, ты начинаешь как бы брать пример с какого-то просветленного, и если ты замечаешь за ним какие-то вот эти вот неожиданные вещи, этим самым ты можешь дать себе разрешение вести себя точно так же, как этот просветленный. If Caesar do it, I can do it. You see, he's doing it, I can also do it. Это вот как будто бы Цезарь вот так вот делает, и ты начинаешь, ну, если Цезарь вот так делает, я тоже могу. You say that because you think there is Caesar and because you think there is a Jew. Но так говорится, потому что ты думаешь, что есть этот Цезарь и ты есть. I'm just acknowledging a question that came before I came to the stage. Я сейчас на самом деле просто как бы продолжаю отвечать на вопрос, который возник до начала этой встречи. So there is no teacher.
Так что учителя нет. And there is no student. И учеников также нет. And there is no teaching neither. И нет учения. And there is no practice. Нету практики. The only thing that you can hear during these talks. Единственное, что вы можете услышать в течение этой встречи. Are descriptions of facts. Это описание фактов. But if they are realized as facts. И когда факты понимаются, воспринимаются как факты, then the truth is going to be realized. Вот именно тогда истина может быть постигнута. How an enlightened being is supposed to behave? Как должен вести себя просветленный? See, from the absolute point of view, it doesn't really matter if you are awakened or not. Понимаете, с абсолютной точки зрения, с точки зрения абсолюта, вообще не важно, ты просветленный или нет. From the absolute point of view, whatever behavior is expressing itself, it really doesn't matter. С точки зрения абсолюта, какое бы поведение ни проявлялось, ни выражалось, это совершенно не важно. From the absolute point of view, the entire universe can disappear right now. С точки зрения абсолюта, весь мир, вся вселенная может исчезнуть прямо сейчас. Makes no difference whatsoever as far as nameless, formless, existent reality, however you like to call it, is concerned. Ему вот этой вот реальности без формы, без имени вообще нет никакого дела. Для этому нет никакой разницы, существует этот мир или нет. И какой этот мир? The only difference. See, it is funny because when you come to speak with an awakened person. И знаете, очень забавно, что когда ты начинаешь общаться с просветленным, he is not asking you, or her is not asking you, if it is a he or a her, for a curriculum vitae, a CV, before you sit in a chair and talk to him. Просветленный никогда не будет спрашивать у тебя предварительно резюме. Вот ты задаешь вопрос, ему не нужно резюме твое смотреть. The awakened one is not concerned about you being a sinner or a saint or a prostitute or whatever. It doesn't really matter. Для просветленного не важно, ты святой или ты грешник, ты может быть проститутка или кто-то там еще. Ему вообще нет никакой разницы. Because awakening doesn't judge. Потому что просветление означает, что не возникает осуждения. It will answer to your questions whether you are a saint or a sinner. То есть просветленный ответит тебе на твой вопрос, независимо от того, ты грешен или ты свят. Whether your life is perfect or a complete mess. И является ли твоя жизнь образцом совершенства или она в совершенном беспорядке? It's not concerned about your life. И в принципе просветленного и не заботит твоя жизнь, какая она. Do with your life whatever you please. Ты можешь делать со своей жизнью все, что тебе угодно. It's going to be as it pleases anyway. Потому что все равно жизнь будет протекать как угодно. But oh my God, don't dare the awakened being see do something like this and like that because it's going to be crucified. То есть получается, что мы можем делать со своей жизнью что угодно, но отношение к просветленному такое, ну вот, а ты просветленный, ты не смеешь делать вот так и вот это. Если ты так делаешь, то тебя можно чуть ли не распять. И когда просветленный не ведет себя соответственно нашим понятиям, there is disappointment. Возникает разочарование. An idea was disappointed. А на самом деле разочаровывается идея о нем. And we spoke already 1 million times that ego, person, I, me is identity with the idea. И мы уже миллион раз говорили, что я, личность, эго, индивидуум — это как раз и есть отождествленность с какой-то идеей. And an idea is disappointed. И когда идея разочарована, then you feel that you are the one that is disappointed. Получается, что ты разочарован. That means that you haven't have a clue, you haven't understood at all what the awakened being was telling you for, I don't know, for how long you were with him or her. В таком случае это означает, что ты вообще ничего не понял из того, что все это время говорил тебе этот просветленный. That means that your time with your teacher was a complete waste of time. Это означает, что все время, которое ты провел со своим
учителем было просто напрасной тратой времени. And the only difference between an awakened person and a non-awakened person, whatever that means, please, they are just words. И единственная разница между просветленным и непросветленным, правильно понимаете, это вот понимание как просветленный. Is that whatever you say to the awakened person about the awakened person, whether it's positive or negative, it really makes no difference. Что бы ты ни сказал просветленному, положительное или отрицательное, ему действительно нет никакой разницы, что ты о нем говоришь. The awakened knows that he is attributeless, a characteristic, you see? Oh my God. Characteristicless. Просветленный знает, что у него нет никаких свойств, у него нет никаких качеств, по сути, он никакой. That he is beyond the polarity of your thinking. И что он находится за пределами полярности твоих мышлений, твоих размышлений. It's beyond your positive and negative thoughts. Просветленный находится за пределами твоих положительных мыслей, отрицательных мыслей. He or she is way beyond, is gone. То есть настолько за пределами, что нет ни его или ее, если это женщина просветленная. Пока-пока. Там никого нет, уже давно с этим некто уже попрощались. I mean, he's gone from the game, the ego game. То есть с чем, ну, вот это «прощай, пока-пока» было сказано игре в эго. You cannot bring him or her back. И поэтому просветленного невозможно уже обратно привлечь в эту игру с эго. He or she may bring you, see, or take you out of your ego game. Но может произойти наоборот. Просветленные или просветленные могут тебя вывести из твоей игры в эго. And whatever you say to a non-awakened person, что бы ты ни сказал непросветленному, непробужденному, if it opposes his identity, it feels bad, angry, rejected, offended, etc., 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 negative feelings, emotions. Если сказано как-то противоречит его отождествлению себя, его представлению о себе, то тогда будет возникать или злость, или обида, или грусть и так далее, и так далее. But if you tell him молодец, или, допустим, если ты непробужденному скажешь молодец, so his ego pride will also feel very happy. Тогда его эго, его гордыня вознесется, и он будет очень хорошо себя чувствовать. And the only thing that really awakening is offering you. И на самом деле единственное, что тебе предлагает пробуждение, is to get rid of this conceptual, judgmental, polar quality of thinking. Избавиться от такого полярного, двойственного мышления, которое создано из осуждений, из предвзятых каких-то мыслей и так далее. I'm answering questions about awakened beings and etc. So it will take me another 5 minutes. То есть я сейчас отвечаю на вопрос одного человека о просветленных, о пробужденных. Еще где-нибудь 5 минут. Я продолжу отвечать на него. Don't try to figure out an awakened person as much as don't try to figure out yourself. Не пытайтесь понять пробужденного, понять почему, как. Точно так же, как не стоит пытаться понять себя. You will never get there. Потому что у вас не получится. It's an impossible. Это невозможно. Only you wake up. До тех пор, пока вы сами не пробудитесь. If you wake up, that doesn't mean that you will understand him or her. It's that you will not care about understanding him or her. That this I will not be there. И даже если произойдет пробуждение в вашем случае, даже это не значит, что вы начнете понимать какого-то пробужденного. Единственное, что изменится в этом случае, что вам уже будет наплевать, вы его понимаете или нет. Because when you are awakened, everything is so clear. Потому что когда есть пробуждение, все ясно. He's laughing. Он смеется. And you're conscious of that. Ты это осознаешь. And that's it. И все. And this is it. Вот это оно и есть. Good or bad, I don't know. Это хорошо или плохо, я не знаю. He's laughing. Он смеется. Or he's so happy. Или он там грустный. Or she's depressed. Она подавлена. These are descriptions of facts. Все это описание каких-то фактов. The mind that remains after awakening is a describing fact.
If it is necessary, it is also useless, but it can be useful to point to something. Тот ум, который остается после пробуждения, это всего лишь ум, который описывает какие-то факты. В принципе, даже описание фактов, по сути, оно бесполезно. Факты так есть факт. Но иногда стоит, вот это описание стоит того, чтобы его сделать, ну, как бы, чтобы указать на что-то. But he or she will never think that this is good, or this is bad, or this is right, or this is wrong, this is this, or this is that, because it's ridiculous. К пробужденному никогда не приходят мысли такого рода, как это правильно, это неправильно, это хорошо, это плохо, это приемлемо, это неприемлемо, потому что он понимает, что как бы это нелепо что-то вот оценивать таким образом. Because remember this, the fact is prior to whatever you can possibly think. It doesn't matter how accurate, enlightening it may be. Потому что всегда помните, что факт всегда происходит до описания факта в вашем уме. То есть насколько бы точным и аккуратным это описание ни было, описание всегда появляется после самого факта. An awakened being can enlighten the entire humanity or simply keep quiet for the rest of his life, couldn't care less if he teaches or not. И для пробужденного ему в принципе все равно, чем заниматься. Он может начать заниматься тем, что будет передавать это знание всему человечеству, или же он продолжит сохранять молчание до конца своей жизни. He will gain nothing or lose nothing whether he teaches or doesn't teach. Для пробужденного ему это ничего не дает. Если он передает учение, ему это ничего не дает, и он от этого ничего не теряет. Или если он не учит, то же самое. The benefit is for you. Потому что вся польза, вся выгода, в принципе, для остальных. If you wake up now, для вас. А если сейчас у вас произойдет пробуждение, cheers, nice to meet you, то я скажу: прекрасно, рад был тебя видеть. Good luck with the rest of your life. Удачи в последующей жизни. If you don't wake up tonight, а если не произойдет пробуждение, cheers, nice to meet you, прекрасно, был рад тебя видеть. Good luck with the rest of your mind. Удачи в остальном твоем уме. See? Makes no difference, honestly. Честно, никакой разницы. He's not dry or cold or anything. He's just. И в этом не будет какой-то сухости или такого холодного отношения. Brutally honest. Пробужденный, он обычно, он просто предельно честный. Terribly straight. Он очень прямой. You get enlightened? Okay, next in line. Просветлел, слава Богу, следующий. And that's it. И все. See, if you wake up, it's fine. If you don't wake up, that's also fine. Ты очнулся, замечательно. Не очнулся, тоже замечательно. Yeah, I'll have a cup of tea with you. Whether you are, if you are not enlightened, I don't care. We can talk about football. No? Я могу пить с тобой чай, независимо от того, ты там просветлел или нет. Ну, если не просветлел, давай поговорим о футболе. If I have time tomorrow, we'll do some skateboard or something. Ну, а если завтра у нас будет время, то, может быть, мы покатаемся на скейте или чем-то таком. He's free, she's free. Пробужденный или пробужденная всегда свободный. As free as a child. Свободны так же, как и ребенок. He just plays. Они просто играются. Whatever games, whatever game life is offering. Во все игры, которые им предлагает жизнь. Plays with it. Просветленный просто играет в какую-то очередную игру. And when the toy is taken away, и когда у них забирают какую-то игрушку, doesn't even think about it anymore. Они даже больше о ней не вспоминают. He's just concerned about the next toy. Ему будет интересно уже следующая игрушка. The next game. Следующая игра. Actually, when the light of game over finishes, oh, fantastic! Now I have the chance to play something else. На самом деле, когда у них загорается вот это вот game over, игра закончена, то им даже очень весело, потому что слава богу, теперь что-то новенькое будет. Cool, let's go to the next level. Здорово, теперь следующий уровень. Just for the sake of description.
If that is possible. Ну, это все, как бы, я попытался описать, если, конечно, возможно описать, как это. Welcome. Я рад тебя видеть. Thank you. Okay. У меня не будет таких вот вопросов ярких, интересных, к сожалению, может быть, для кого-то. I'm not going to ask some bright questions. No, then I will not give you bright answers. Если не будет ярких вопросов, не будет ярких ответов. Просто есть необходимость здесь быть. Она очень сильная. Просто мне нужно тут быть. There is a need и to есть be необходимость выразить что-то, что тут есть. There is a need to be here, and it's very strong. So yes, that's why I'm here, and there is a need to express something. Something. Все трясет. There is an urge of something to express itself. То есть есть какой-то позыв чего-то выразить себя. Let it express itself. Пусть выражает. Don't say anything. Ничего сейчас не говори. It's an emotion there. Это какая-то эмоция. That is just, see, looking for its way out. И она сейчас как бы трясется, она просто хочет выйти, она ищет выход наружу. Like a gas in your stomach. Точно так же, как газы в твоем желудке. It's urging to get out of there. Они так и рвутся наружу. And it's looking for its way out. И они ищут, куда бы им выйти. But we are so spiritual, not you. Но мы обычно такие духовные. See? You know, and then we что сидим вот так вот. I am under control here. Я управляю, я все контролирую. It's a natural thing. They have to way out. Но это же естественное что-то. Но ему нужно выйти. So let it go out, so you can get rid of that. Так выпусти это, чтобы избавиться от него. I know that is not the most colorful analogy, but I guess it works. You understand what I mean? That's, as long as you understand, everything is fine. Я понимаю, что это не самая красочная аналогия, которую я привел, но пока, если вы понимаете, о чем я, ну, все сойдет. I sometimes say that we are deeply, terribly egoically constipated. Иногда я говорю, что у нас такой огромный, ужасный запор эго. See? We are full of it. Мы просто полны этого. See? По горло. See? And when there is a moment in life, which is the so-called moment of awakening, if you like to call it, let's use this funny, fashionable word, awakening. И наступает такой момент в жизни, который мы обычно называем вот этим модным словечком «пробуждение». It's like the absolute somehow brings a laxative. И когда абсолют каким-то образом привносит слабительное. And then you start suffering from stomach cramps. И у тебя начинаются такие спазмы желудка. All that gets stirred up. То есть все там перемешивается. See? Взбудораживается. And the thing hits the fan, isn't it? И вот здесь начинается самое забавное. Так и есть. Sorry, I'm not supposed to speak like that. I'm an awakened being. Ну, извините, я, конечно, просветленный, не должен такое говорить. Такой у меня как бы стиль речи не очень, что ли. И словарь, который я использую. Так и есть. То есть я вот хотела сказать, что Цезарь как-то разместил в своей группе видео на Бенджамина Смайса. It's exactly like this. I've seen some video in Cesar Teruel group in Facebook, and it was a video about Benjamin Smythe. Yes, this interview I've told you about. Oh yeah, he's a cool guy. Да, классный чувак. И это дало очень сильный такой проблеск, на самом деле. Ну, Цезарю я об этом рассказывала. And it caused a big glimpse. I've told Caesar about it.
Ну и я, в общем-то, ожидала, что будет, что будет после этого плохо, чтобы настолько. To be honest, I was expecting that after that glimpse something worse would happen, but I couldn't expect that it's going to be so worse. Yes, the Pandora box is open. То есть ящик Пандоры открыт, и буквально вот позавчера это было что-то ужасное. То есть я чувствовала, то есть самой красной нитью проходило ощущение, что я недостойна вообще ничего. So в том числе даже своей дочери, что каждый человек в этом зале более достойный, чем я. В смысле, это вот чудовищное ощущение было. So day before yesterday, I had the most awful moments ever, and I felt myself like I'm not... like good enough for this. I am like the worst person to get it. And even comparing with my daughter, I felt like I'm not good at all if I compare myself with everybody here. Yes. Yeah, and it's like this, you see? Ты знаешь, вот так вот, сейчас тебе покажу. It's a picture, not an image. Yeah. Такая картинка, образ. Mm-hmm. And the mind says, this is you. Ум показывает и говорит, вот ты такая. And then, no. This one is you. А затем нет, ты такая. No, this one, и такая. И еще такая. And then you get confused. И ты в итоге приходишь в замешательство. None of that is you, because there is no you. Потому что ничто из этого ты никакая, ничто из этого не является тобою. Because you is identity with something, nothing else. Потому что ты на самом деле это ничего больше, кроме как отождествленность себя с чем-то. So freedom is freedom. Freedom cannot be limited. Свобода, она свободна, она не может быть ограничена чем-то или во что-то. Freedom is absolute freedom. Свобода, она абсолютна. And part of your freedom is to feel bad. И частью твоей свободы является способность, возможность чувствовать себя плохо. So you are free to feel sad. То есть ты свободна чувствовать себя грустно. And you are free to be angry, and you feel free to feel the way you feel. Или ты свободна злиться, ты свободна чувствовать так, как ты себя чувствуешь. And the mind plays funny games because it feels bad, you see? И это ум начинает играться в эти забавные игры, потому что ему плохо становится. And then social not image, no, this is you. И он начинает какой-то образ показывать, говорит, вот ты такая. You are not supposed to feel bad. А ты же такая, как же ты можешь себя чувствовать плохо? And because you don't feel like this, then you feel worse. И из-за того, что ты вот не такая, какая ты думаешь, ты начинаешь See? Чувствовать себя еще хуже. See? And then the mind becomes like a. Remember in I don't know if you still have that in the 70s in the discotheques. They used to have like a ball with full of glasses. И знаете, тогда ум напоминает вот этот вот зеркальный шар огромный на дискотеках, знаете, с тысячу маленьких зеркал. This is the mind. И вот ум вот так вот вертится, разными гранями поворачивается. Он играется, он вертит перед тобой всю эту совокупность идей, представлений, концепций, образов. Why if I am awakened? Why if I have a glimpse of reality? Why I feel so bad? Почему, если уже произошло пробуждение, понимание, почему, если был этот проблеск истины, почему я так плохо себя чувствую? Because the mind is going bananas. Потому что это ум сходит с ума. See, that's a self-defense mechanism of the ideas. И это такой самозащитный механизм, который включился у этих идей. Guys, one idea at a time is not working. Они такие говорят, ребята, так, какая-то идея не работает. Let's mix all that. То есть, если мы выносим на поверхность одну идею, она не верит. Давайте перемешаемся. Create the biggest confusion ever. Давайте там запутаемся, чтобы вообще ничего не было ясно. But you are not confused. Но это ты не запутана. There is confusion. Просто есть путаница какая-то есть. But you are not confused. Замешательство, эти идеи смешались. Есть замешательство, но это не ты. When you become conscious of the confusion, когда ты осознаешь это замешательство, then you are clear. Тогда ты ясна. If there is confusion, если есть какая-то путаница, that's clarity. То есть все ясно, есть путаница. It's so clear that there is confusion. И то есть в этом-то и ясность, ясно понимать, что есть путаница. So there is no confusion. Значит, нет никакой путаницы, потому что тебе все ясно. There is sadness. Есть грусть. And there is fear. Или есть страх. And there is jealousy. Ревность. And there is a sense of being super efficient.
или чувство, что ты такая суперпроизводительная, суперэффективная. And I'm not needing anybody to tell me anything because I will reply, of course. Sorry? Of course, I know. И я как бы даже не позволю никому что-то говорить, потому что я и так все знаю. Что ты мне говоришь, я и так все знаю. Oh, there is a pride. И если это происходит, ты можешь заметить, есть гордыня. There is my sense of super security, which proves your insecurity. Или, допустим, ты можешь заметить вот это вот мое чувство сверхуверенности в себе, потому что я вдруг заметил, что кто-то не уверен. Tell me what is that that you are proud of, and I will tell you what is it that you are lacking. Скажи мне, если ты мне скажешь, чем ты гордишься, я тебе скажу ответ, чего тебе не хватает. Tell me what is it that you pretend to be, and I will tell you exactly what is it that you are not. Скажи мне, кого ты из себя представляешь, кем ты притворяешься, и тогда я скажу, кем ты не являешься на самом деле. Which is exactly what you pretend to be. То есть, если ты делаешь вид, что ты какой-то, на самом деле ты совсем не такая. This is happening. Вот происходит это. That is a thought that comes out of consciousness. А вот такая мысль, она исходит из четкого осознавания. And when the thought is there to describe, there's no conflict. И когда мысль имеет место быть просто как описание, не чувствуется конфликта. I am jealous. Допустим, я ревную. Imagine that. Представьте себе. Ничего себе. But it's not bad. Но это же неплохо. It's not good. И это нехорошо. That doesn't define you. То есть это тебя не определяет, твое that чувство. That doesn't defeat you. What is defeat? Как? Уничтожить. Оно никак тебя не заключает. Ты не становишься тем, что ты чувствуешь. And eventually, when you see this really, really clearly, this awareness thing is so clear, it's fascinating to see, holy, oh my God, look at this, oh my God, look at this, oh my God, look at this. И когда это осознавание действительно постоянно и четко происходит, то ты переживаешь такое, ничего себе, вот это, да, а на это посмотри. It's fascinating. Это тебя, в принципе, даже удивляет, что там, как ты проявляешься. You may see things that you didn't even know that were there. И ты, может быть, даже начнешь замечать в себе такие вещи, которые ты даже не мог предположить, что они в тебе есть. I didn't know that that was here. Ничего себе, я даже не думал, что Look во мне that. Такое есть. Посмотрите только. И это, и то. Ну, пока что я только, ну, грубо говоря, это происходило так. Я это видела, я понимала, что я на это смотрю, и при этом я рыдала, и тем не менее все-таки подзахватывалась этим. То есть это очень было непросто. Вот этот момент. So far I was able only to see it, and then I could I was aware of that. But still I was in tears and somehow I was touched by it. Yes. I was still very involved painful. In that. Oh, this is very painful. And you cry the pain out. Да, очень больно. И тогда ты начинаешь рыдать. Ты выплакиваешь эту боль. It's like rain. Точно так же, как дождь. For how long can it rain? Как долго дождь может идти? It cannot rain forever, no? Же не может идти постоянно. Eventually rain will go, clouds will go, and the space will be clear up again. В конце концов дождь прекратится, облака уйдут, и опять будет ясное безоблачное пространство, небо. Actually, the space is already clear. На самом деле пространство, оно и так всегда чистое. And all these are just clouds passing by in the space. И все это только облака, которые проходят, проплывают в этом пространстве. A phenomenon happening in the space. То есть это некие феномены, явления, имеющие место быть в пространстве. I like very much these new teachers. Мне очень нравятся современные учителя. They are so real. Они какие-то вот настоящие. You don't see a trace of a scripture anywhere. Там не всплывают никакие писания, они ничего не цитируют. It's all from direct recognition. Все, о чем, как они говорят, происходит из их непосредственного осознания, из их непосредственного понимания. Like this lovely lady Karen, no? She call it experimental recognition. It doesn't matter how you call it. You see? Как Карен, одна из учителей, женщина Карен, она это называет как что-то типа экспериментальное узнавание. And it's not tainted by
spiritual or religious conditioning. И то, как они говорят, оно не окрашивается духовной обусловленностью или религиозной обусловленностью. If you listen to Benjamin, for example, his truth is conditioned by his San Francisco growing up conditioning. Ну, допустим, насчет обусловленности, если ты будешь слушать разговор с Бенджамином Смитом, то его речь, она все равно окрашена вот этим вот, тем, что он сам родом из Сан-Франциско. If somebody wakes up in the Bronx, то есть то, как он себя ведет. If somebody wakes up in the Bronx, it will wrap you up the truth. Если, допустим, кто-то родом из Бронкса, он там родился, то он вот в своем подходе, то, как он будет преподносить истину, он буквально обдерет тебя до нитки. But the truth is the truth. Нет, I didn't translate it. Да, извините. Он тебе будет излагать истину в стиле рэп. Извините, пожалуйста. If you like poetry, it will come in a very poetic way. Или, допустим, кому-то нравится поэзия, и тогда истина будет излагаться очень поэтично. If you are South American, you never know how it's going to come up. Ну, а если ты из Южной Америки, то ты никогда не будешь знать, как эта истина будет выражаться. So you have the freedom to feel the way you feel. Поэтому у тебя есть полная свобода чувствовать себя так, как ты себя чувствуешь. And who cares about what anybody else thinks, including yourself? About the way you feel. Какая разница, что люди думают о том, как ты себя чувствуешь, включая тебя самого? Because the only one that is judging you is you. Потому что на самом деле единственный, кто осуждает тебя, это ты сама. Subconscious, mental, self-inflicted pain. Это такая неосознанная, самоистязающая боль. И все это только мысли, которыми ты сама себя бичуешь. Это, знаете, как ты берешь и вот этот вот прекрасный инструмент ум начинаешь использовать как вот эту вот плетку. Ты истязаешь сама себя, говоря, это моя вина, вот я виновата, вот я такая. I don't deserve enlightenment. Не заслуживаю просветления. Good, there is no enlightenment. Ну, прекрасно, потому что нет его. How can you deserve something that is not even there? Как ты можешь что-то заслуживать, если его нет? Просто на самом деле тяжело, когда вот в этом вот дурацком состоянии находишься, и рядом с тобой ребенок, который ни в чем не виноват и чист, а ты можешь на него вот повлиять как-то отрицательно. И вот это меня тоже как выводит из себя. The difficulty is that when I'm experiencing such a process, I have a child nearby, and this child is pure and is innocent, and I cannot blame it, but still somehow my condition has an effect on this child, and this thing is like driving me crazy. I don't think so. Я так не думаю. I don't think so. Since this child will embrace you and love you exactly as you are. Я думаю, что вот ребенка он не реагирует вот так вот. Я думаю, что твой ребенок, он любит тебя такой, какая ты есть в данный момент. And you are not that bad. Он все равно будет тебя обнимать, потому что ты не такая плохая, как ты думаешь. You are not as bad as you think you are. Ну, ты не такая уж плохая, как ты думаешь. See? See? And your daughter is a gift. Твоя дочь — это подарок. I mean, I fell in love with her first sight. Это некий дар. Ты знаешь, я сам в нее влюбился с первого взгляда. You're having this beautiful love affair. У нас с ней такой замечательный роман. When I find you on the chat of Facebook,
Ну, когда я вот нахожу, я когда я вижу, что вы в чате, там, as, в Фейсбуке. You, send my love to Snowflake, no? We call it Snowflake. Я всегда передаю, говорю, передай привет снежинке. Yeah. And then she says, she's sending you back a cow, a bird, a butterfly, a tree, a cloud, a sun, and a flower. А ты мне отвечаешь, снежинка, моя дочка передает тебе корову, птицу, облако, цветок или дерево. And I have to roll on the floor, completely melted, touched by that. I mean. И меня это так трогает, и я могу смеяться, просто кататься по полу. Enjoying this amazing romance. У нас не такой замечательный роман, я просто тащусь от него. And I spoke about this this morning. Sorry for the interruption. Извини, что перебью. И сегодня в первой сессии я об этом говорил. Don't worry about anything. Вообще не нужно ни о чем беспокоиться. See, everything is around you. Все вокруг тебя. Circumstances are perfectly there around you. Какие-то обстоятельства, они вокруг тебя. To push the buttons. Не нужно беспокоиться. Обстоятельства, жизнь сама по себе будет каким-то образом нажимать на кнопочки. You don't have to go to India and put yourself in an uncomfortable situation. Stay at home, stay with your parents, and they will do the trick. Не нужно даже отправляться в Индию и вот засовывать себя в эти ужасные как бы физические условия, которые там иногда бывают. Можно прекрасно обходиться тем, что ты остаешься дома. Просто поживи со своими родителями. Sorry. Они сделают всю работу. Извините, конечно. Sorry, I forgot that my parents may be watching online satsang today. Я забыл, что, возможно, мои родители сейчас смотрят по интернету эту встречу. Я не это имел в виду. I love them. I love them with a passion. Я люблю своих родителей очень сильно. But they can be very helpful because they will remind you exactly who you are not. Но родители бывают очень полезны, потому что они очень часто напоминают тебе о том, кем ты не являешься. They will wake up who you are not. Они будут очень прекрасно затрагивать, поднимать на поверхность то, чем ты не являешься. They will wake up the what you are supposed to be. Они будут постоянно как-то будоражить вот эти вот представления, о какой я должна быть. And believe it or not, behind all that is a tremendous amount of love. И несмотря на такие их действия, поверьте, что за всем этим всегда стоит огромная настоящая любовь. It's just distorted by an idea. Просто единственное, что обычно она искажена какими-то идеями. Believe me, behind any act, whether it is sinful or holy, what is prompting that is love. И поверьте мне, за любым действием, каким бы оно ни было, святым или самым-самым безгрешным, всегда стоит любовь. Только любовь, всегда любовь является двигателем любого действия. Love is a driving force that is running this business called universe. И любовь — это и есть движущая сила, которая управляет вот этим вот бизнесом под названием Вселенная. I wonder is that why they call it blind? И я не знаю, вот думаю, почему они называют любовь слепой? Everything is perfect. На самом деле все прекрасно. Even what is not is perfect. Даже то, что не прекрасно, прекрасно. Because what is not perfect brings you to the point when you realize that everything is perfect. Потому что нечто несовершенное, оно так или иначе приводит тебя к моменту, когда ты можешь понять, что на самом деле все прекрасно и так, все совершенно и так. Now you say something because I'm talking too much now. Давай теперь твоя очередь говорить, а то я слишком много болтаю. Просто хотела сказать, что Снежинка как раз позавчера задала совершенно потрясающий вопрос. Вот она все-таки не зря сюда ходит. Она спросила, так точно вот я не помню, но она сказала, откуда я знаю, что я — это мое имя. You know, day before yesterday, Snowflake, my daughter, she asked me an amazing question. She asked me, and I think she's visiting your satsangs, not in vain, for sure. So she asked me, how do I know that my name is not me? Ну, в общем, что-то вроде того, что да, что откуда я знаю, что я — это мое имя. How do I know that I am my name?
there is some process that why am I my name? Mm-hmm. Am I my name or not? То есть есть ли я и мое имя, разве я это имя? То есть вот у нее такие вещи. So no, you are not name. Your name is just a tool that you use to communicate, so there is no confusion. Да, но ты можешь сказать, что твое имя это не ты, что твое имя это просто ну, такой какой-то инструмент общения, чтобы не возникала путаница. And awakened parents will keep awakening already unpolluted because it's already there. Пробужденные родители, они не будут портить пробужденности ребенка, которая и так имеет место быть. Они не смогут его как бы загрязнять. The only difference between a child and an awakened person is that the awakened person knows that the state of a child, which is the state of the awakened person, is called awakening. Единственная разница между пробужденным и ребенком та, что пробужденный знает, что пробуждение это и есть состояние ребенка. The child doesn't know there is a silly name for that condition. Просто ребенок, он пробужденный, но он не знает, что есть определенное название вот этому состоянию, тому, как он переживает мир. The awakening is in the name for this unconditionality. Он не знает, что пробуждение это и есть имя, название вот этой вот безусловности. Еще она просила передать привет. And when they come to these talks, it doesn't matter who is speaking. They, whom do you mean? Yes. They. When the children come to this talk. Когда дети приходят на такие встречи, неважно с кем они. This is going straight forward to the subconsciousness of this child. То слова всегда прямо попадают, проникают в сознание ребенка. And this will work by itself. И вот эти слова сами по себе в какой-то момент сработают. And she is already asking these questions. То есть, видишь, твоя дочка, она уже задает такие вопросы. Just when I say, when I see all these youngsters, beautiful youngsters around here, I say, wow, this is fantastic. И поэтому я и так рад видеть молодых ребят вокруг меня, когда я их вижу, я говорю, как это здорово. You too, grown-up guys. Ну, я тоже, как здорово, что и вы все остальные здесь есть, немножко взрослые. Don't take me wrong, no partiality, it's just... То есть это не какая-то предвзятость, не поймите меня неправильно. А что делать, если, скажем, ну, вот ребенок ведет себя как захваченный эгом, эго, то есть бывает такое поведение? Ego is identity with the name and the form. Yes. Эго – это отождествление себя с именем или с формой. And she plays butterfly, and then she plays unicorn, and she plays unicorn. Единорог. And she plays, and then she can be anything because she is anything. She is everything. Awareness is everything. Она может играться в кого угодно, может играться в бабочку, может играться в единорога, mm-hmm. потому что она может играться во все, что угодно, потому что она и так является всем, что есть. Why? Почему? Because to get to human form, we went through everything. Потому что перед тем, как попасть в человеческую форму, мы прошли через все самые разнообразные формы. And this consciousness of that. И есть какое-то, ну, как бы осознание, что ли, память этого. But what is ego? А эго, что из себя представляет эго? See, identification with a one single particular form of expression. Отождествление себя с какой-то отдельной, конкретной, обособленной формой выражения. A contraction in такой consciousness. Вот сжатость, зажимание себя в какую-то одну форму. A colic. How you call colic this pain here when you have a colic? Это как колика такая. In consciousness. Такая колика в сознании. She's always very sad when she asks me why I'm not a horse. I want to be a horse. I want to be a horse. Why? What can I do? Tell her. Tell you, be a horse. Она иногда грустит и спрашивает меня, почему я не лошадка? Я так хочу быть лошадкой. Be a horse with her. А ты можешь сказать, ну, будь лошадкой, ты сама с ней можешь побыть лошадкой. Почему нет? Ну, это не то. It's not the same. It's not the same. No. She wants to be with the tail, with... Well, you go a piece of take a t-shirt and rip it off and stick it in her palm, and that's a tail, and then she play horse.
Ну, она вот хочет быть настоящей лошадкой с гривой, с хвостом, а Цезарь говорит, ну, сделай ей хвостик из чего-нибудь. Doesn't work. Не работает. She wants to be a real horse. Oh. Хочет быть настоящей лошадкой. Хороший совет. Then you should give her some grass. Кстати, она иногда ест травку, да, кошачью. Yes, she likes. From time to time, she can eat some grass. Okay. If I can tomorrow, then we can do something. Okay. I can't promise anything. I'll do my best. Okay. You also got something special then? I wonder why children doesn't want to go to the school. What's going on there? Everybody's happy because they go out, but when they come back, nobody wants to come back. Why is it? Меня часто интересует, а почему детям так не нравится ходить в школу? Что там такого? Все счастливы, когда школьный день заканчивается. Почему так? I don't think there is anything wrong with children. Anyway, let's not go there. Ну ладно, давайте не будем об этом. I'm looking after my residential permit, so better keep quiet. Я не буду вдаваться в такие размышления, потому что я очень хотел бы получить здесь разрешение на временное проживание или даже вид на жительство, поэтому мне лучше прилично себя вести. I need to talk to you. А если здесь есть какой-то представитель соответствующей службы, институции, я с радостью с вами пообщаюсь. Yeah. I'll go then. Yeah. Come, stay close, don't go so far. Не уходи далеко. Где-то здесь. Здесь есть еще место. Oh yes, yes. Good move. He's so worried about world affairs. Видите, насколько дети озабочены какими-то там делами мира. The better teacher than me. Этот ребенок гораздо лучший учитель, чем я. Да, я согласен. I agree. Тогда я буду ребенку вопросы задавать. Shall I ask a question to a child? Oh yeah, go ahead. Вперед. Let him ask a child. Very offended. Обидели меня. Okay. Yeah, welcome. Everything is welcome. Why not? Ничего страшного. Всему добро пожаловать. Да, я всегда, когда куда-то прихожу, хочу так, чтобы было все, ну,
спокойно, всегда вот смех появляется. You know, every time when I'm entering to some premises or some place, my wish is for everything to be quiet. And every time it's like now, like everybody is laughing. Я думал, сейчас выйду, будет все типа серьезно. And this time as well, when I was coming up here, I thought that everything would be very serious. You thought, no? Думал, да? I thought. Я думал. And life contradicts your thoughts. А жизнь противоречит твоим мыслям. And then you use that thought to control the situation. To try, you will not ever succeed, but you will try. Но ты все же пытаешься использовать свои мысли, чтобы как-то управлять ситуацией. И все равно ты пытаешься, и это всегда останется только попыткой, потому что у тебя никогда не получится управлять ситуацией. So this is a very good question to clarify what is the meaning of silence. И это очень хороший вопрос, чтобы разъяснить, в чем же истинное значение тишины. Which is taken to be mental. Потому что тишина, быть в тишине, очень часто воспринимается как быть мысленно спокойным, то есть когда нет мыслей. The silence is the absence of thoughts. That's not true. То есть есть такое понимание, что тишина — это полное отсутствие мыслей, но это совершенно неправда. Silence is that which recognizes the absence of thoughts. Тишина — это то, что видит, то, что распознает отсутствие мыслей. And real silence is not rejecting anything, not even the biggest noise in the universe. Настоящая тишина, она ничему не возражает никогда. Даже она не может возражать самому огромному шуму. Silence is giving room to any possible experience. Silence. Тишина, она всегда дает пространство любому возможному опыту или переживанию происходить. There is an identity with the mind. Но когда происходит отождествленность с умом, and the mind keeps quiet. И ум в этот момент молчит, that's a quiet ego. Это, знаете, такое тихое эго. That's a silent me. Такой безмолвный я. And this silent me is disturbed by noise. И именно этого спокойного меня беспокоит шум. And look us around and и я начинаю так оглядываться. And it gets contracted and contracted and contracted and contracted and it shrinks. Возникает такое напряжение, зажатие, зажатие, ты весь прямо так сжимаешься. It's a twin brother of the spiritual ego. И это на самом деле является духовным близнецом. Это близнец, вот такое вот отождествление, это как бы брат, близнец духовного эго. Is the spiritual ego come to these talks? А если сюда на эти встречи попадает духовное эго? And the guru is dressing like this, oh my God. А гуру вдруг одет вот таким образом, ну реакция такая, ничего себе. And if women and men are mixed, И если при этом женщины и мужчины сидят вперемешку. And if they are laughing, if they are happy, imagine that, they are happy. А если они еще при этом смеются и вообще счастливо так выглядят, чего это они такие радостные? They don't know what is silence. Они вообще понятия здесь не имеют, о чем эта тишина. See? They don't know what is to be like me. Они вообще не знают, как это быть вот так, как я. Как кто я? Like me who? So you did it all by yourself. Сам все понял, да? Не совсем. Not really. Not really. Но у меня еще есть пару вопросов. I still got a few questions. Also, sorry to interrupt you. Also, this is important to understand if you practice self-inquiry. It's not necessary, but you may need it. И также очень важно понять, если вы практикуете самоисследование, ну, не так уж это обязательно, но, возможно, вам пригодится. The inquiry is not done
with the mind. The inquiry is about the mind. Это исследование, это не ум его делает. Что исследуется, это ум. The mind shouldn't be doing the inquiry. You should inquire about the mind. То есть не ум должен исследовать, пытаться что-то обнаружить. Это ты должен пытаться обнаружить ум. Что and такое ум? And it's not what is the mind. It's you see the mind. Sorry. See the mind. Это о том, чтобы увидеть, заметить ум. If you see the mind, obviously you are not the mind. И когда ты можешь видеть ум, наблюдать ум, то это очевидно, что значит ты это не ум. I mean, it's there and it's yours. И, ну, конечно же, ум есть, и это твой ум. But you are not a thought. Но ты это не мысли. Uh-huh. You are not what yeah, is. Да, я согласен. Да, классно. I agree. Хорошо. А вот вопрос принятия себя. Можно ближе? Да. Вопрос принятия себя, то есть, ну, я это вижу так, даже когда я на видеокамеру себя снимаю, потом смотрю, о боже. Ну, я сам себе не нравлюсь. There is a question about how to accept myself. You know, when I make video recordings of myself and I look at them, I don't like myself on these video recordings. Neither do I. Мне тоже я не нравлюсь. But I'm getting better. Но я как-то... Но я начинаю выглядеть получше. The с года в год. The way I speak is becoming more simple and easy and stuff. То есть мне, если честно, иногда самому не нравится то, что я говорю, но, если честно, из года в год то, как я это излагаю, оно становится все более простым и все более понятным, все более ясным. That's an expression. It's just okay. Понимаешь, это все только выражение. В нем ничего такого нет. You don't have to like it or dislike it. И это не так, что тебе должно что-то нравиться или не нравиться. Just leave it alone. Оставь его как есть, в покое. So it can be perfect as it is. Чтобы выражение осталось в своем совершенстве, таким, какое оно есть. Понятно. Okay, it's clear. Because we are looking for an identity. See, we are looking for an image, an idea, a concept, a picture, whatever, that I would like to call myself, and this is me. Потому что мы всегда стремимся как-то создать некий образ, некое приятное представление о себе. Таким образом, чтобы, ну, было вот приятно подумать, вот я такой, я этакий. And me will be like mama, papa, Che Guevara, Lenin, Jesus, whatever. И мы всего этого набираемся, этих кусочков, из которых мы лепим себя от папы, от мамы, от Че Гевары, от Ленина и так далее. Elvis. От Элвиса Пресли. Elvis, хорошо. Have you seen all this? I was joking the other day about these ascended masters. Я вот, знаете, на днях шутила об этих вознесшихся мастерах. They're so boring. They all look the same. Это такая скучная картина, потому что они все выглядят совершенно одинаково. You become an ascended master when you go to that world. Oh, you're gonna be so bored. It's gonna be all the same. Потом, если ты вдруг превратишься в какого-то вознесенного мастера, Господи, какая скука! Here будешь выглядеть как они, Here совершенно одинаково, look. С таким постным выражением лица. Look at this, it's so Лучше colorful. Вот так вот. Посмотрите, насколько мы все красочные, so разные. Pink, blue, red, different, long, brunette, blonde. Разные прически, разный цвет волос, разного одежда разного цвета. And this ascended master will ascend only as high as the wall in your house is, so it will be as high as you can place the picture. И вознесенные мастера, они не могут вознестись выше, чем высота потолков в твоей комнате, потому что выше вознести ты их не сможешь физически. And if you worship them, и то есть насколько высоко ты их подцепишь, как это будет на русском, means that you identify yourself with them. If you worship them, you identify with and them. You identify yourself with them, you will be offended and then you will get out of here immediately. И если вот у тебя есть такие отношения с неким вознесенным мастером, и ты ему поклоняешься, и ты вдруг вот это вот, и у тебя есть отождествление со всем этим поклонением и так далее, okay. Тебе будут обидны вот эти мои слова, и тебе захочется вообще уйти из этого зала. She was quietly, peacefully meditating until I started talking about the ascended masters. Вот она там все спокойненько тихо медитировала, пока я не начала этот разговор о мастерах. See?
Ну, я тоже против идолопоклонства, поэтому... I am against all these idols as well. No, I'm not against them. Но я не против. I'm not against them. I'm not in favor of them. Я не против, я не за. See, when I speak about, I'm not speak about somebody. Знаете, когда я вот о чем-то говорю, я не говорю о ком-то конкретно. Because there is nobody to that I can speak about. Потому что нет никого, нет этого кого-то конкретного, о ком я вообще могу говорить. I point to the concept or idea. То есть я всего лишь указываю на некую концепцию, на некое понятие или идею. See, and there must be an unconscious identity with it, which creates somebody, but the somebody as such doesn't exist. И если имеет место неосознанное отождествление себя с кем-то, то вот тогда вот этот вот кто-то, он там себя как-то и чувствует. Но на самом деле нет никого. But we were talking about, I lost the track, sorry. Me too. О чем мы тут говорили, я как-то потерял нить разговора. Ну, в принципе, концепция хорошая. Very good concept. So more you look at what you call yourself. Понимаешь, чем больше ты начинаешь видеть, замечать вот это то, чем ты называл себя, что ты о себе думал. You will see there is nothing but a conglomeration of thoughts, concepts, ideas, images. That's all. Ты все больше будешь видеть, что то, за кого ты себя принимал, это всего лишь клубок, клубок идей, понятий, представлений, мыслей. Ой, they understood. До нее дошло. More you look at what you call yourself, you realize it is not yourself. И чем больше ты смотришь на то, что ты называешь собой, тем больше до тебя доходит, что это совсем не ты. And your identity with it gets reduced to ashes. И вот так вот отождествленность с этим так называемым собою постепенно превращается в ничто, в пепел. And who are you? И кто ты тогда? Mr. Nobody. Что от тебя остается? Ничего. И ты это как мистер никто. Have you seen that movie? Смотрел это кино? Да, смотри. Но здесь вопрос в том, что сложно принять эту концепцию и начать вот так действовать. The issue is that it's very difficult to accept this concept you're talking about. This is not a concept. And to act from this concept. Oh my God, I'm sorry to say so. This is not a concept. This is a description of a fact. Ну, извините, пожалуйста, вынужден сказать, что это не концепция, это описание фактов. There is no concept delivering here. Здесь нету никакой концепции, которая бы передавалась. I'm not running a business. Я вообще здесь не каким-то бизнесом занимаюсь. That's what a business is, selling you an idea. Sorry? That's what the business is selling you an idea. Потому что бизнес как раз обычно об этом. Бизнес — это когда тебе продают какую-то идею. Nothing personal, bro. Ничего личного, я не о вас. See, I remember I was working for an American company. For my company. Я помню, однажды я работал на, не буду говорить, чью компанию. Which produces a very famous cooking pots. И эта компания, это производитель очень известной марки кастрюль. I'm telling you, the cooking pots are fantastic, no doubt. Я вам говорю от всего сердца, эти кастрюли просто фантастика. Perhaps. The best cooking pots ever. Может быть, это вообще самые лучшие кастрюли на всей земле. I'm looking for my visa to United States now. Я пытаюсь так аккуратно выражаться, потому что скоро мне получать визу в США. But the strategy was to sell. Но понимаете, стратегия продажи вот этих вот кастрюль, она была. Before the strategy. Instead of, you know, when you go to the church and then you repeat a whole bunch of things. Вот как бы, знаете, когда вы идете в церковь на службу, там вы сначала вы должны что-то повторить, чего-то там пересказать. And you repeat it so many times, you end believing them. И ты должен как бы что-то повторять, и ты это так много повторяешь, что в конце концов сам в это веришь. Like, mea culpa, I am a sinner, I have to look for salvation, and you end believing all that.
То есть, ну вот в католицизме это, допустим, моя вина, моя вина, моя вина, и ты столько повторяешь, что уже веришь, что действительно моя вина. Well, this company was the same. И знаете, вот стратегия продаж в этой компании была такая же. So before you go and say a thing, you have to go to a meeting. Перед тем, как тебе разрешают продавать что-то, ты посещаешь некие собрания. And you have to perform a puja. Тебе там нужно выполнить что-то типа пуджи. A ritual. Ритуал. You have to sing a bhajan. Какое-то духовное песнопение надо там исполнить. And this is 150% real. И так и было на 100%, это правда. I even remember the song. Я даже помню песню, которую там надо было напевать. See, I have the spirit of the cooking pot in my head, in my head. In my hands, in my heart, I have the spirit of the cooking pot. La 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 la. The spirit. И перевод слова этой песни вот такой вот. Дух кастрюли во мне, дух кастрюли в моей голове, дух кастрюли в моем сердце, и в моей голове, и в моей голове. I can swear this with my hand on the Bible. Клянусь, я могу положить руку на Библию и поклянуться, что действительно вот такая песенка там есть. Now. Так вот, я о чем? They will tell you. You are not selling a cooking pot. Они тебе говорили, понимаешь, ты продаешь не кастрюли. You are selling an idea. Ты продаешь идею. What is the idea? А какая это идея? That you need this cooking pot. Идея в том, что тебе нужна эта кастрюля. And without this cooking pot, что без этой кастрюли, your life simply sucks. Твоя жизнь просто дерьмо. Извините за перевод дословно. And this is a compliment for what we were talking about this morning. И это как бы в дополнение к тому, о чем мы говорили на первой встрече сегодня. So this is a belief system. It's a system. То есть это некая система убеждений, система вот понятий определенных. That makes you believe that your happiness depends upon something, someone here, there, whatever. То есть это что такое система убеждений? Это когда выстраиваются какие-то понятия, которые заставляют тебя верить, что твое счастье, твое благополучие зависит от чего-то или от кого-то. So that is an idea. То есть вот эта идея. What I'm doing now is describing a fact. То, чем я сейчас занимаюсь, я просто описываю факты. There is no idea selling here. То есть здесь не продается, не продвигается никакая идея. Hmm? That's what I'm talking about. Вот именно об этом я говорю. Enlightenment, you see? Вот просветление. If I am not enlightened, получается, если я не просветлен, then my life is not complete. Получается, моя жизнь не завершена, она как бы не реализована полностью. Something is missing. Чего-то не хватает. And off you go to Himalayas and they search for something that doesn't exist. И ты тогда, подумав вот так, вот ты отправляешься в Гималаи в поисках чего-то, чего вообще не существует. Heaven. В поисках какого-то рая. It doesn't exist. Нет этого рая. Hell. Ад. It doesn't exist. Тоже не существует. And whatever you can possibly think. И о чем бы ты ни думал. Doesn't exist because it's only a thought. О чем бы ты ни думал, его нет, это не существует, потому что все, о чем ты думаешь, это только мысли. You don't even exist. Ты сам даже не существуешь. Because what you call you is also a thought. Потому что то, что ты называешь собой, все это только мысли. Понимаешь? Понимаю. Okay, now. Heaven is you. Понимаешь, небеса — это ты. You are heaven. And this is earth. А вот это вот земля, это тело. So you are heaven on earth. Ты есть небеса на земле. What is you? Are identifying yourself, limiting yourself to something. Но когда ты отождествляешь себя с чем-то, ограничиваешь или заключаешь себя в что-то, that creates hell on earth. Вот это и создает ад на земле. This is paradise. Вот это все и так рай. I haven't seen any planet more livable than this one. Sorry, no. Livable than this one. Я не знаю никакой другой планеты, настолько способной для жизни. То есть это самая прекрасная
планета для жизни. It's blue, it's great. И она голубая, эта планета, она великолепна. Well, I'm green and stuff. Ну, еще и зеленая и всякое такое. I understand what I'm trying to say. Понимаешь, о чем? Really, я? Like. По-честному понимаешь? Да, да, да. Понимаю. I understand. Еще можно задать один? Can I ask one more question? Oh, yes. Да, конечно. Вот вопрос связан, не знаю, как так выразить. Мне кажется, что я никого не люблю в этой жизни. The question is about, it seems to me that I don't love anybody in this life. Ну, я не имею в виду не только вот там противоположный пол, а вот вообще. I mean in general, not only about the woman. Как мне посоветовали, надо открыть сердце. So, honest. So I was advised to open my heart. Может, есть какие-то советы? Maybe you could advise me on this, to give me some tips or something. Okay. That's honesty. That's nice. Это очень честно с твоей стороны. You got what it takes. Sorry. You got what it takes to open the heart. На самом деле ты уже получил то, что требуется для того, чтобы сердце открылось. Да, да, я знаю. Yes, I know. Yeah, no doubt, no doubt. Без сомнения. No doubt. What is love? А что такое любовь? Equals no conditions. Любовь означает нет условий. Means to see things as they are. То есть видеть, воспринимать вещи такими, какие они есть. Means to be aware. То есть осознавать. Because awareness is love. Получается, осознавание и есть любовь. It's not the ultimate. То есть любовь — это не то самое последнее. It's the way the ultimate sees when there is no identity with what the ultimate sees. Любовь — это и есть то, как воспринимает, как видит абсолют тогда, когда не возникает отождествление с тем, что оно видит, с тем, что оно воспринимает. And what we call love is a romantic idea. А то, что мы обычно называем любовью, это всего лишь некая романтическая идея. That doesn't mean that love cannot have a romantic taste. Но это не значит, это не означает, что любовь не может принимать романтический оттенок. But it's not limited to this particular form of expression. Но любовь, настоящая любовь, она не ограничена вот таким вот романтичным выражением. There's somebody here that I love very much. А здесь есть кто-то, кого-то я очень сильно люблю. And this person says, I love my friends, I love this planet, I love the clouds, I love the trees, I love the dogs, I love everybody, I love everything. И этот человек иногда говорит, я люблю эту планету, я люблю эту жизнь, я люблю своих друзей, я люблю свой город, я люблю деревья, я люблю цветы, я все люблю. It's the happiest, happiest I ever met in my life. Это вообще самый счастливый человек, которого я когда-либо встречал в своей жизни. Well, the most beautiful thing I ever experienced. Это нечто самое прекрасное, что когда бы то ни было попадало в поле моего зрения. Вот этот человек. Like a 28-year-old child. И он напоминает такого 28-летнего ребенка. But that is not love. This love is like the sun. Но это не любовь на самом деле. Or the rays of the sun. Понимаете, любовь — это как лучи, это как излучение солнца. It doesn't shine in one direction. И солнце, оно же не светит в одном направлении. It's omnidirectional. Оно многовекторно, оно светит во всех направлениях. And when you see things as they are, когда ты видишь, воспринимаешь вещи такими, какие они есть, then whatever it is loved. Тогда, что бы ни имело места быть, оно воспринимается с любовью. It's ты его love, любишь. It's not love by you, because you disappeared. Love destroys the you. This is just love. И даже не так, что ты его любишь, потому что любовью, ну, ты уничтожаешься. Это все любится самой любовью. So love is this quality of seeing. То есть любовь — это на самом деле такое качество... Sorry, seeing.
Это качество видения, качество воспринимания жизни. My English teacher is there. Я тут, ну, уточнил английское произношение этого особого слова видение. И говорит, здесь мой присутствует мой учитель английского. Постараюсь быть более аккуратным. This is love. Вот это и есть любовь. Which expresses itself in so many possible and impossible ways. И любовь, она выражает себя самыми возможными и невозможными путями. For the child, for the mother, for the father, for the friend, for the tree, for everything in a slight different way. То есть это она выражается разными путями, в смысле к ребенку она одна, к родителям другая, к цветку еще какая-то, к друзьям еще какая-то. See, the arms that embrace the wife are the same arms that embrace the child and the friend and the dog. То есть руки, которые обнимают ребенка, жену, родителей, друзей или собаку, они одни и те же. You don't embrace your wife as you embrace a dog. Но ты не обнимаешь жену точно так же, как ты обнимаешь собаку, правда? But the love is the same. А любовь одна и та же. It's just expressed in a different way. Ну, как бы выражается она по-разному. К собаке и к жене. The dog expresses unconditional love. И собака также, она выражает, она излучает безусловную любовь. You go on kicking the dog around. Ты можешь там отпихивать эту собаку. And the dog come back. Она будет как бы отбиваться от нее ногой, а собака будет возвращаться, так вокруг тебя бегать. Melting. С высунутым языком. Melting for you. И она будет просто вся таять вокруг тебя. Only if it spends too much time with you. Ну, пока она не проведет достаточно времени с тобой. So it becomes like you. То есть, когда она уже слишком долго вокруг тебя бегает, в конце концов она как ты становится. Not you personally, I mean. Я не имею в виду тебя. Yeah. Я понял. Ну, я прошу прощения, я всегда, в принципе, на ты перевожу. Мне кажется, что так более прямо доходит, что ли. Извините, что на вы не перевожу. So this is love. It's kind of it's an energy that moves the body in a particular way, in a loving way. I don't know. Это любовь, это и есть та энергия, та сила, которая управляет телом, которая двигает его определенным образом, каким-то вот любящим образом, или таким, или этаким. You cannot say to anybody. Why are you suffering? Because I love you. That cannot be true. И если ты кому-то, ну, кто-то страдает ужасно там просто, и ты ему, у него спрашиваешь, ты чего так страдаешь? Потому что я тебя так люблю. Неправда это. Это вообще не любовь. You destroyed my love for you. That cannot be true. Ты разрушил мою любовь к тебе. Love cannot be destroyed. It's an absurd. Это неправда. Это чушь. Любовь вообще не может быть уничтожена. Разрушена. Okay. One more question. Еще вопрос? Нет, все. Спасибо. Да, я хотел поблагодарить Цезаря и всех присутствующих в зале, потому что они мне дали такую возможность. Вот. I wanted to say thank you to Susan and to everybody who is present in this hall for giving me such a chance. Such an opportunity. To be. Возможность быть, да? Да. To exist. To be as you are. Just, быть таким, whatever. Какой ты есть. It doesn't really matter. The way you are. Потому что то, какой ты есть, как ты выражаешься, вообще не важно. Я понял. I understood. So there is something, there is an urge within everyone, which is called spontaneity. Есть такой зов внутри каждого, такой позыв, который называется спонтанность. And this spontaneity is suffocated, castrated by ideas. И вот это вот нечто спонтанное, что часто хочет выразить себя, оно обычно, ну как бы идеи, представления душат это. So what is suffering?
А что такое страдание? Resisted love. Это как бы любовь, которой сопротивляются. Love that has been resisted to express itself. То есть, когда любовь пытает выразить себя, это спонтанность, но ты сопротивляешься каким-то образом этому, как бы задавливаешь ее, зажимаешь. Spontaneity that has been repressed. То есть страдание — это когда нечто спонтанное подавляется. Spontaneity comes, and man says, "Hey, where are you going?" То есть нечто спонтанное хочет себя проявить, и тут появляется ум и говорит: "Ты куда?" Where are your shoes? А где твои? Где твоя обувь? Why your hair is not combed? А почему у тебя не причесана голова? Why are you going like that? Куда ты так отправляешься в таком виде? You can't. Нельзя так. See? Ты так не можешь. Не, мне можно. Let me check your nails. Так, а ногти в порядке? Your ears. А уши? Did you brush your teeth? Зубы почистил? See, the mind comes and see if you match with the idea. Otherwise, you cannot go anywhere. You cannot do anything. Who is eating my grapes? Yeah. Ум появляется и начинает как бы сравнивать твое состояние с каким-то образом, с какой-то идеей. Вот почему ты не такой, почему не этакий? Если ты выходишь на улицу, ты же должен соответствовать определенным представлениям, правилам поведения, понятиям туда, куда ты идешь и так далее. А потом Цезарь сказал: кто the, здесь щиплет мой виноград? The new comes. So the new comes, and the past says, То есть что-то новое проявляется всегда, но прошлое становится на пути и говорит: неа. That shirt is too short. Слишком короткая рубашка. Why your pants are not like this? А почему у тебя штаны не вот такие вот? Why they are like this? Не расклешенные. Почему они суженные? Can't be. Зачем? Не может так быть. Так не должно быть. It's the past versus the present. Получается, прошлое противостоит настоящему. I mean, everybody has this inner fight, inner battle. И каждый из нас переживает вот такую вот внутреннюю борьбу. But as you become conscious of that. Но когда ты ее замечаешь, когда ты начинаешь ее осознавать в себе. This start getting dissolved and eventually melts away. Вот это вот напряжение, эта борьба, сопротивление, оно начинает растворяться и в конце концов исчезает совершенно. Да, но момент может быть потерян. Ну, то есть, когда что-то спонтанное возникает, хочется это сделать, да, но происходит некое сопротивление. Пока ты его осознаешь, момент может быть уйти, может уйти. Yes, but you know, when something spontaneous is coming, and idea or something is pervading, and the fight is going on, and you know, it will take time to become aware of it, and then you can lose a moment to express. Because, you know, he said it takes time to become aware of it. That's true. This is the ugliest part. This is sad, but it's inevitable. Ну, это правда, это такая вот некрасивая часть процесса, но действительно так, это грустно и неизбежно. It's like you're walking, and then you, so you're walking, and then the mind takes one leg and you fell down and you cannot go anywhere. Ты знаешь, как будто бы ты идешь, и ум берет одну ногу за другую, заворачиваешь, и ты сам спотыкаешься о свою же ногу и падаешь. Yeah, and you miss the train, or you miss the bus. Из-за этого падаешь на поезд, or the movie, или на автобус, or или в кино. Or the party, or the sale, or whatever. Или на вечеринку, или на распродажу. You just don't get there. Не попадаешь туда, потому что споткнулся о собственный ум. Or the girl. You want to be spontaneous with her and. Или с девушкой, ты хочешь с ней так проявить что-то такое спонтанное, неожиданное, и тут раз. I love you. See, I love you, mommy. It's so beautiful. My God, it's amazing. Вместо того, чтобы так воскреснуть, дорогая, люблю тебя. Что-то такое получается. Я люблю тебя. Because you have to be romantic. Ну, потому что ты же должен быть романтичным.
Romanticism is not spontaneity at all. А вся эта романтика, она не имеет ничего общего с спонтанностью. It's such a cliché. Романтика, вот все наши представления о том, что романтично, это вообще клише. You think that she's happy? She knows what is waiting for her. A guy with the flowers at the airport. Ты думаешь, ей так интересно каждый раз понимать, кто и что ее ожидает. Все время парень с одним и тем же букетом цветов в руке. And she knows what is coming. And she knows what is coming next. И она знает, что будет потом. A wedding that is such a mission. A wedding. А потом будет свадьба, Господи. And the white dress and the whole. Oh, what exciting variety. А потом надо выбрать платье, Господи, такой выбор. Да, проблема серьезная. It's a serious issue. See? It's a serious issue. Ideas are a serious issue. Да, идеи, все эти наши идеи, представления, понятия, это серьезная проблема, конечно. You go to the church, you know what is waiting for you, this religious aerobics. Sit down on your knees, stand up. Sit down on your knees, stand up. И если ты отправляешься в церковь, ты тоже всегда знаешь, что тебя там ждет. Какая-то духовная, религиозная аэробика. На колени, поклонился, встал на колени. Hit your chest, embrace the guy behind you, off you go to your house. То есть потом что-то там на груди, обнялся с ближними, ушел домой. And don't forget the money in the little basket. И не забудьте о пожертвованиях, там, в маленькой корзиночке. By the way. Между прочим. Вы тоже не забудьте. Да, мы поняли, к чему он подводил. Yeah, okay, we know what you are talking about. See, people were falling in love and reproducing themselves far, far, far before the priest came into existence. Понимаете, задолго до того, как появились все эти священники, люди влюблялись, люди, and they were really loving each other. Люди рождали детей, при этом действительно по-настоящему друг друга любили. Taking care of each other without having to promise anything to anybody. Заботились друг о друге, и при этом до священников никому не надо было что-то друг другу обещать. Including your partner. Никому, включая своего партнера. Because we make so many promises, you know. Потому что мы любим раздавать обещания. And then you have conflict with that. И делая так, у нас возникает с этим конфликт. So. And this is what life became. So every single aspect of our life, family, society, culture, religion, spirituality, enlightenment, whatever it is just a concept. It's just a repetitive patterns of behavior. It's a vicious circle. И именно в это превратилась наша жизнь. То есть все, чем мы здесь занимаемся, жизнь, работа, семья, общество, друзья, религия, духовность и так далее, все это какие-то идеи, концепции, какое-то воспроизведение одного и того же, замкнутый круг. Да, я это осознаю, понимаю. Ну и все, не все, но многие, наверное, в этом зале, поэтому они yes. занимаются этим. I do understand that, and I am aware of that, and I think as many other people in this hall, that's why we are here. Yeah, but more you become aware of that. Но чем больше ты все это осознаешь, see, more that gets dissolved, and more loose you become. Тем больше оно растворяется, и тем более свободным ты становишься. More spontaneous, more relaxed. Тем больше ты становишься расслабленным и спонтанным. More loving, more caring, less violent, more sharing, more open, more friendly, more. Ты становишься более дружелюбным, более ласковым, более нежным, более любящим. You don't have to work this out. То есть вот такое не нужно как-то вырабатывать, как-то пытаться из себя выдавливать. You don't have to make an effort to develop love and kindness and compassion and friendliness. It's there. То есть любовь, сострадание, сочувствие, дружелюбие, нежные какие-то отношения, не нужно напрягаться, чтобы они происходили, потому что это что-то естественное, что мы и так выражаем. Are the most pristine original expression of your existence. Потому что это и есть самое естественное и первичное
выражение твоей сути, твоего существования. You've got lost in identity with a particular individual form. Просто выражение любви, оно каким-то образом потерялось в отождествлении себя с формой, с какой-то конкретной формой. When your identity with this collapses. Когда уходит отождествление себя с вот этой формой. When your reality is not perceived to be limited to this. Когда твоя реальность уже не воспринимается ограниченной вот этой штукой. So your love is not only for this body, it's for every body. Тогда твоя любовь направлена не только на это тело, она направлена ко всему и ко всем. It's not only for this form. Она не только вот к этой форме. It's for the whole thing. Любовь ко всему. The more you are towards totality, more totality is towards you. И чем больше ты открываешься к тотальности, тем больше тотальность идет навстречу к тебе. More you let go. Чем больше ты отпускаешь, more comes to you. Тем больше к тебе приходит. Less you want. Чем меньше ты хочешь, more you get. Тем больше ты получаешь. Why don't you have friends? Почему у тебя нет друзей? Because you're looking for them. Потому что ты их ждешь, ты их ищешь. Why don't you have money? Because you're looking for it. Почему у тебя нет денег? Потому что ты ищешь денег. Why you're looking for love? Because you think it's not there. А почему ты стремишься к любви? Потому что ты думаешь, что любви нет у тебя. So the driving force without behind any seeking, any kind of search, this idea that what you're looking for is not there. То есть получается, что за любым движущей силой любого стремления, любого поиска является идея, является мысль, что у меня этого нет. But when you stop searching, но когда ты прекращаешь поиски, когда ты перестаешь стремиться when you lose или your стараться, hope, когда ты окончательно теряешь надежду, it comes to you. Все это приходит к тебе. It shows up. Оно как-то раз и показывается. And you will be surprised that even the things that you love the most. И ты удивишься, тогда ты удивишься тому, что то, что тебе больше всего нравится. And you were making before effort to experience them. They just see like a delivery pizza boy. I'm here. Начинает само приходить к тебе, знаете, как доставка на дом. Хотя раньше ты пытался, старался, чтобы заполучить или испытать то, что тебе нравится. In a wow way. И это приходит как доставка на дом в такой форме, что все, что ты можешь сказать, только вау. Пойду смотреть, что там домой пришло. Okay, I'm going home to see what was delivered there by a delivery guy. Look around you, it's delivering all this beauty around you. Ты оглянись, это уже доставка, да уже все доставлено, вот оно вокруг тебя, все уже принесли. The miracle is in front of you. Чудо прямо перед твоим носом. Why we don't experience the miracle? Because we are looking for a miracle. Почему мы не испытываем чудеса? Потому что мы их ищем. Your own body is a miracle. Твое собственное тело это чудо. Just keep quiet and just observe it. Просто замолчи на секундочку и понаблюдай за ним. It's breathing on its own. Само по себе дышит. By itself. Просто так. I am not breathing the body, it's just breathing, it's fantastic. Я им не дышу, оно само по себе дыхает и выдыхает. Это же здорово. I am not beating the heart. И сердцем я не бью. The blooming thing is beating. Это чудовая штука сама по себе бьется. Посмотрите только. Oh my God, look at this. Что-то там забурчало. Вы слышите? Believe me, it's become so ridiculous. Look, there's a cloud. Это знаешь, это вот непосредственное наблюдение чего-то, замечание каких-то простых штук, оно иногда сводится к тому, что ты как дурачок говоришь, вот это облако. Не ты как камера. Начинаешь брать фотоаппарат, начинаешь все это фоткать. And you send messages to everybody. Отправляешь всем фотографии с этим облаком. It's a cloud, man. What is the cloud? Ну и что в этом облаке? Что в нем такого? See?
Like people on a plane. People bored on a plane. How can you get bored on a plane? You can even have internet on a plane now. How cool is that? Люди обычно путешествуют в самолете, им очень скучно. И человек говорит, как может быть скучно в самолете? Там сейчас даже иногда интернет есть. Dude, you are 30,000 feet on the sky, you are flying. Вы представьте только себе, чуваки, вы летите 30,000 метров над землей, или сколько там? Such a huge machine can fly. В такой огромной машине машина летает. No, 35,000 feet, yeah. 35,000 футов. Foot or feet? Feet, I know, feet, too. No, feet. Футов или feet? 32,000. Yeah. 35,000 стоп. 32,000 times like this. То есть, короче, если точно, на расстоянии 35 шагов, или там ступни, или неважно. Все поняли, кто хотел понять. Oh my God! 4 hours from here to Moscow. А у нас бывает так, Господи, 4 часа отсюда до Москвы. Сколько можно? 200 years ago was 100 years to go from Moscow to St. Petersburg. Ну а 200 лет назад это вообще целый год занимало из Москвы в Петербург попасть. And we are bored. А нам скучно. And we are dissatisfied. Нам не нравится. Why? Мы еще недовольны. Because we can't see what is happening. Почему? Потому что мы не замечаем то, что происходит сейчас. We only see what is not happening. Все, что мы замечаем, на что мы обращаем внимание, это вот то, что происходит вот здесь. We are living up here. Мы здесь, мы живем здесь наверху, на крыше. In the penthouse. В этом пентхаусе. In Cuckooland, where nothing is happening. В этой сумасшедшей стране, где ничего не происходит. If you become conscious of the illusoriness of what is not happening. Но если ты осознаешь иллюзорность вот этого, того, что здесь, что на самом деле не происходит, in a quantum second, a quantum leap, you will fall on your bum, straightforward, ground floor. То тогда за долю мгновения моментально ты упадешь прямо на пятую точку. I say, oh my God, look at ты как бы приземлишься на землю, и так, Господи, вот это да. Oh, то есть с этого пентхауса ты мгновенно попадешь на землю. Living ground floor. Вот она там на первом этаже. That's the problem. This is the eternal conflict between parents and children. Вот это есть этот бесконечный конфликт между родителями и детьми. Because parents are living in the penthouse and the children are living in ground floor. Потому что родители уже живут наверху, на крыше, в этом пентхаусе, а дети на земле. And they are shouting from the penthouse how to get there. И родители из этого пентхауса все кричат и кричат, а как детям попасть туда? You know, my son teased me all the time. Said, "Dad, you should do spiritual stand-up comedy." What? Spiritual comedy? Stand-up comedy. Что это такое? Yeah. I would better do it seated. 2 hours is long. Мой сын, он все время меня подкалывает, говорит, папа, ты лучше, ну, ты не тем занимаешься, тебе нужно что-то типа комеди-клаба устраивать. Ну да, своеобразный comedy club. Very disrespectful son I have. A very disrespectful child. Да, он совсем меня не уважает, сын мой. He's a musician. Вообще-то он музыкант. Yeah. Anything else? Что-нибудь еще? Нет, все. That's all. Пока понятно. So far it is clear. Yes. Okay. Спасибо. Пожалуйста. If you can come tomorrow, please. Если вы можете прийти завтра, пожалуйста. If you're not enlightened by then, you don't mind to come. You're welcome. Не просветлеете, пожалуйста.
Ну, посмотрю, как там за ночь просветление. I will see how it goes. I would like to spend the last 5-10 minutes with you quietly. Can we? 5 minutes? Я бы хотела оставшиеся 5-10 минут побыть с вами молча. And then we can go. И тогда мы сможем разойтись по домам. When you will know when the 5 minutes pass, I will throw you the grapes. Вы узнаете, когда пройдут эти 5 минут, тогда, когда я начну бросаться в вас виноградинками. So you don't have to count the time. То есть вам не надо будет посматривать на часы, расслабьтесь. Can we do it tomorrow? Can you wait? Will you survive till tomorrow? Вы доживете до завтра, да? Переживете? Okay.
нас есть несколько объявлений. В первую очередь вы можете приобрести видеозаписи сатсангов, встреч с Цезарем уже с этого периода из Москвы, да, в сентябре. Также из Москвы, Москва встреча в июле. И еще, по-моему, из Екатеринбурга